Дорогие товарищи, здравствуйте. 28 ноября 23 года к нам приехали гости. Член Союза художников России Лабутов Владимир Константинович с своей женой Алиночкой, тоже очень творческим человеком. И мы выехали в станицу Эриванскую посмотреть на реку Абин, ребята. И увидели подвесной мостик, вот этот вот интересный. Мы как-то раньше его не замечали. А он есть. Трассы здесь мощные, да, Владимир? Тут не так все просто, ребята. Какая экзотика. Да, да, да. Алиночка решила фотосессию сделать. Молодцы, ребяточки. Так что вот такой пейзаж 28 ноября. Краснодарский край, ребята. Ничего как будто бы особенного, а мне нравится, вам скажу честно. Я бы здесь и не уходил бы отсюда. Ладно, ребяточки. Боится Алина, глядь. Он шатается же. Ладно, ребята.